Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, Раф Таубер сказал такие слова. Наша проблема в том, что мы не осознаем, какие колоссальные силы дарованы каждому из нас. Представьте себе такую картину. Поздний час, улицы пустые, темные времена, электричества не было еще. Рабби Израиль Салантер шел по улице, недавно заметил свет в окошке одного магазина. Он заглянул и увидел городского сапожника, который энергично работал. Он спросил сапожника, почему он работает в столь поздний час, ведь уже ночь, свеча почти догорела, почему он не уходит из магазина. Сапожник сказал Рабби Израилю словами, которые мы повторяем и сейчас. Они наивные, но в то же время глубокие. Рабби, пока свеча горит, можно все еще исправить. И вот Рабби Израиль пришел домой, рассказывает близкий, закрылся в комнате на несколько часов, и ученики слышали, как он говорил, свеча всесильного – это душа человека. Пока душа горит, можно исправить. Понимаете, если мы живем еще здесь, в этом мире, значит, свеча по-прежнему горит. Значит, еще все можно исправить. Свеча, о которой мы говорим, это душа человека, она должна исправить себя, пока мы еще живы. Исправление – это завершить какое-то, совершить еще какое-то действие, какую-нибудь мицву, кому-то помочь, что-то сделать. Рабби Израиль говорит, что пока свеча горит, нет места отчаянию. Еще все можно исправить. Важно воспользоваться этой возможностью. И поэтому говорится в нашей недельной главе, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение или проклятие. Почему написано «я предлагаю» в настоящем времени, а не «я предложил» в прошлом? Такой вопрос задал Вильянский Гаон и сам на него ответил. Форма настоящего времени выбрана для того, чтобы не создать впечатление, будто выбор между злом и добром ограничен нашим первым каким-то делом, решением. Ведь совершив ошибку в выборе, мы могли подумать, что это решение необратимое, что оступившись один раз, уже мы ничего не исправим. Но, используя настоящее время, предлагаю, Тора показывает нам, что правильный выбор всегда возможен и целиком зависит только от нас. На протяжении всей жизни нет такого слова уже невозможно. Да? Человек всегда может изменить свое какие-то решения, исправиться, встать на путь праведности. И не зря говорится, смотри, я предлагаю вам ныне благословение или проклятие. Есть такая майса. Как дела, спросил Балшемтов городского водоноса Йосели. Тот говорит, что тебе сказать. Ситуация сложная, мне уже 70. Я еще работаю тяжелым трудом. Дочь развелась с мужем, прострадав много лет. Переехала ко мне с 5 детьми. Очень тяжело. Балшемтов говорит, я даю тебе благословение, чтобы тебе все перевернулось, стало хорошо. Хасиды, которые сопровождали учителя, подумали, ну как может изменить жизнь Йосели в таком, такой ситуации. Неделю спустя Балшемтов встретился Йосели вместе с учениками, спрашивает, как дела. Он говорит, вот так, отлично. Смотри, я рад, что Всевышний дает мне силы и в 70 лет продолжать работать. Мои ровесники уже не способны, а я вот как работаю. Я делаю важное дело, обеспечиваю водой всех жителей города. Дочь, слава Богу, добилась развода от мужа, который портил ей жизнь, и я теперь могу позаботиться о внуках, это возвращает мне молодость. И вдруг хасиды в одну секунду поняли суть благословения. Обстоятельства жизни Йосели не изменились. Изменился его взгляд на них. Слова богатства ошер на иврите, ошер, и счастье ошер, да, звучат одинаково. Пишутся по-разному немножко. Через один через букву алиф, а второй через айн. Это нам дает возможность понять, что счастье не обязательно происходит благодаря богатству. Ведь есть еще много несчастливых богачей. Все зависит от глаза, айн. От того, как человек видит свое состояние. Наши учителя писали такое, кто богат, тот, кто радуется своей доле. И намек на это мы находим в нашей недельной главе. Смотри, я предлагаю вам ныне благословение или проклятие. Все зависит от нашего взгляда на вещи. Вот как мы смотрим на мир, вот такой он и есть. С силой вот этой нашей мысли, правильным пониманием, можно даже любое проклятие превратить в благословение. Это в наших руках, потому что в наших руках огромная сила. Брахава и ацлаха. Thank you.